Ректорский бал отличников учебы – это традиционное мероприятие, которое объединяет самых активных, инициативных, творческих и талантливых студентов Омского ГАУ. Сегодня наши счастливчики станут участниками предновогоднего торжества в лучших традициях русских классических балов. Есть, конечно же, гордость, потому что я не ожидала, что меня пригласят на ректорский бал. То есть это было удивление, мне тут очень все нравится. Очень здорово. Это большая честь, что я принимаю участие в ректорском балу. Мне очень это приятно. Изучаю полонез, контрданс, причем, можно сказать, контрданс трех видов. Я думаю, что это будет замечательно. Настроение праздничное, в костюмчике очень хорошо. Будем танцевать, будем веселиться. Посмотрим, как пройдет. В этом году ректорский бал проходит в стенах университетского колледжа агробизнеса. Для участников торжества обязателен дресс-код. Для мужчин – смокинг или классический костюм, для дам – бальное платье. Сведения об обучающихся участниках ректорского бала публикуются в книге почета «Золотой фонд» Омского государственного аграрного университета. Ты участник ректорского бала отличников учебы, с чем я тебя и поздравляю, потому что это большая честь. Сегодня. И ответственность большая, спасибо. Да, конечно, ответственность большая. Расскажи, какие у тебя сегодня ощущения, какое настроение? Ну, настроение, так сказать, боевое. Хотелось бы потанцевать и изучить, так сказать, проникнуться культурой 19 века. Действительно, настроение хорошее очень. Так приятно, что пригласили. Да. Чем удивите нас сегодня? Какие танцы? Танцами, всякими разными. Вы все увидите. А прямо сейчас начинается торжественная церемония награждения участников ректорского бала 2017.